Пары готовы, я надеюсь, зрители тоже готовы встречать их аплодисментами. Друзья, мы начинаем с категории соло Е-класс Дети 2 пары. Итак, первое место в этом финале заняла пара под номером 10. Игнат Боровский, Кира Копач, Минское областное общественное объединение спортивного танца. Тренер Оксана Кириева. Серебряные призеры. Пара под номером 20. Владислав Зуев, Диана Крупич, Минск. БФТ. Тренеры Елена Карпенко, Дарья Зубова. Третье место занимает пара под номером 3. Алексей Конюков, Валерия Титович, Минск, Сигма, тренер Анастасия Веслова. Позиция у самого пьедестала достается паре под номером 40. Никита Ковалец, Ксения Арабей, Лунинец, БФТ, тренер Светлана Галка. Пятое место в этом финале достается паре под номером 13. Артем Гурский и Дарья Самосюк. Минск, Сигма, тренеры Артем Козыра и Анастасия Веслова. И на шестом месте пара под номером 49. Кирилл Сысов, Дарья Новицкая, Лунинец, БФТ, тренер Светлана Галка. Ну что же, вот они, финалисты. Самое время сделать памятный кадр. Запечатлеть момент триумфа и отправиться отмечать его прямо сейчас. Итак, провожаем с паркета группу «Дети 2Е» и переходим к соло-категории этой же группы. Первое место — Алена Альфер, номер 31, Гомельская областная федерация спортивных танцев, тренеры...